С сегодняшнего дня началась подача заявок на гранты для предпринимательства. В рамках нацпроекта в этом году по стране выделено 9 тысяч грантов. По области планируется предоставить 268 грантов. Предпринимателю, желающему открыть или расширить свой бизнес, государство предоставляет средства до 1 миллиона 380 тысяч тенге. Но участвовать могут только граждане из социально уязвимых слоев населения. Также, согласно договору, претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес». Заявки принимаются онлайн через портал business.yenbek.kz. Подача заявок проводится с 20 февраля по 3 марта. Гранты должны быть направлены на цели, указанные в бизнес-плане. Государственные гранты выдаются целевым группам населения, к которым относятся лица, получающие пособие по многодетности, социального пособия по случаю потери кормильца, получатели адресной социальной помощи, лица, имеющие инвалидность, лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью, переселенцы и кандасы. Если среди желающих данной категории граждан есть желающие участвовать в получении грантов, они могут с сегодняшнего дня подать заявление на участие в получении гранта.